Карта Штальбрихи от товарища Крекерса. Стальная дробилка по-немецки. Начнем обзор с Т-базы и в сторону А. Т-база. Мешки. Редкий крауд, потому что редко что происходит. Это у нас мид. Альт-мид. Эта площадка называется грязь. А у иностранцев плато. Грузовик, он же трак. Ворота гаража. Гараж. Вот отсюда у нас начинается и продолжается до сюда агонг. На агонге у нас есть шкафы. В гараже у нас труба. У иностранцев секрет. Этот проулок называется перемычка. Это ашорт. Это у нас 90. Также вот это вот место называется старт. На бочке старт. Вот отсюда у нас дроп-прыжок. Там у нас дроп вверх, тут получается дроп вниз. А вот этот коридорчик называется просто коридор. Но мы редко используем название коридор, просто более расплывчато в прыжке, враг в прыжке. Карауты, плента А. Бочка. Щиток. Вот это вот дефолт. Вот это вот помещение называется радио. Вот оно радио. Немецкое. Здесь у нас крыса. Вот круглая колонна называется колонна. Пилор по-пиндосовски. Сети. Или база КТ. Этот ящик называется Firebox. Расположен прямо рядом с КТ-базой. Удобно держать. Старт, ашорт, дроп-прыжок. Тут перебежка в сторону Б-плента называется вент. Вот все, что это. Проход называется вент. Этот Т-образный перекресток называется перекресток. С перекрестка выходим на банан. Это у нас банан. Выходим на плент Б. Это у нас рампа. Раст, ржавчина. Хедшот. Это у нас коннектор. Там у нас верх. Тот вход называется низ. Эта площадка вся называется приподнятая. Прошли. Придумал Тима. Этот проход называется единица. Это называется двойка. А здесь у нас дефолт. Соответственно, можно бомбу ставить на дефолт, на двойку, на рампу, на единицу. Это место, откуда можно пройти наверх и на низ, называется B-Main.